Вот трубу обкладывают, затягивают, утепляют. Михаил Петрович Коряковцев и Владимир Александрович Пащенко. Вот оно где. Уже вечер, так к закату идет. А вот у соседей, считай, трехэтажный дом горит. А тут наверху, это воробьи, которых я питаю. Они сюда залетают, вот они сидят, ждут. Я после службы сейчас залез у голубей, там отнял и сюда перенес. Они, вот они как раз здесь. Давайте, воробушки, ешьте, не бойтесь. Проволока обматывает. Руки мерзнут у тебя наружу. Большая лестница. Вот как мы здесь. А тут, видать, луна. Луна народилась. Наполовину уже, видать. Это мы вентилятор закрыли. Вот как они. Че, здорово были? Я в окно случайно воробьев смотрел и вас заметил. Думаю, дай-ка я пойду маленько сниму. Вот трубу они уже утеплили. Вот она когда идет. Там отопление идет. Обмотали ее сеткой. Железно. Я ничего не слышу, не говори ничего. Все бесполезно. Ну, главное, что все уже заканчивает. Мотает там проволока, заматывает. Это у нас вот это место, это храм. Вот на эту длину, на всю. Вот откуда начинается. Вот этот вот хор. А вот это батюшкины окна. Ну, хорошее место. Тут кто помогал, их поминаем. Живых и покойных. О, а это ель. Я не садил, все готовое досталось. А вот сосед сгорел, сжег полдома. Старик с той стороны быстро поправился, умер. Этот живет в бане. А его брат или кто пришел и все сделал. Вот так. Это наш. Еще? У нас как обычно, надо делать это летом, а мы делаем зимой. Я и говорю. В России тоже, говорит, теплотрассы вскрывают, когда уже зиму, ну да, зима когда наступает. Взрывает от воды или. Ну ничего, лучше будет. Ну должно, да. Результат. Теперь только сделать, чтобы это бедром-то прямо палкой надевать, как было. Не. Еще нет? Еще не достанет? Она дело в том, что. Она когда стоит, ветер дует, и он его начинает трубу расшатывать. Вот чем дело. Вон как. Парусность создает. Понятно. То есть вот так лучше пускай будет, так болтается. Угу. Воробьи не дождались, когда вы уйдете. Вон сидят остатки. Я сейчас на голубям заскочил, скорее там отнял у них и сюда скинул. Вот. Барнаул, красивый город. Красота. Как говорят, лепота. Вот так. Ну все, пока. Милостью Божией. У нас все тут так. Во дворе все хорошо. Только что вечерня кончилась. Люди разошлись. Правда, немного было людей. Я говорил проповедь о книге. Что такое книга? По библейским страницам прошлись. Вон Михаил Петрович там сидит.
все, закончил. Слава тебе, Господи, не упали ничего. Аминь.